Меня зовут Эвелина, мне 10 лет. Меня зовут Илья, мне 12 лет. В прошлом году мы уже участвовали в этом проекте, но мы там заняли лишь 5-е место. А это мы с Ильей Вячеславичем. Да. Слушай, а к кому мы в этом году пойдем? Не знаю, может быть, с Татьяной Александровной? Ну, давай. Вообще, лидер в паре должен быть мальчик, но мы тренируемся вместе и стараемся подстраиваться друг под друга, слушать друг друга и работать все слаженно. Если что-то надо покомандовать, например, едем направо, там, налево, тогда и главный Илья. Смотри, вот там нужно сделать шире шаг, покрыть весь рисунок и дойти. Поняла? Мы не устаем друг от друга, и поэтому мы ходим после занятий на бальные танцы. Вот, постарайтесь, пожалуйста, удержать это до конца. Широко и спуски очень медленно. Раз, два. В этом году мы еще больше работали. Я думаю, что мы победим. Краснетьева и Илья Макаров, они имеют опыт. Они в прошлом сезоне участвовали в нашем проекте. А я бы хотел отметить работу Ирины Жук и Александра Свинина, их тренеров. Как ребята за год прибавили, насколько их катание стало более выразительным, более насыщенным элементами. Ну и, конечно, настроение. Похоже, они огромное удовольствие получают от собственного катания, от своей программы. Мне очень понравилось, очень зажигательно. Вы были у нас участниками в прошлом году, правильно? Как вы потянули за этот год? За этот год мы много работали над катанием, над техникой. И в целом мы спрогрессировали. До куда дошли в прошлом году? Мы в прошлом году в этом проекте? Да. Мы в прошлом году в этом проекте дошли до финала и заняли тут 5-е место. А в этом году вы хотите, вы настраиваетесь стать победителями? Естественно. С Ильей они работали. Илюша делал как раз этот номер. С Ильей они всегда ими работали. Да. Скажите, ребята, а какие вы в этом году места занимали? У вас же были соревнования. И их было достаточно. Мы занимали 1-е места. Мы, получается, выступали в Польше. В Кирове и в Сочи. И в Сочи. 1-е места. И теперь такие же, с такими же амбициями принимаем участие в ледниковом. Сезон уже заканчивается, и у вас очень хорошие места, и вы прогрессируете. Как вы думаете, в том, что вы занимали 1-е места после шоу «Ледниковый период», есть в этом заслуга Ильи Авербуха? Конечно, есть. Спасибо ему большое. Но больше к нему не пойдем. Нет, мы хотим к нему пойти. Ну что ж, для этого нам нужно узнать в начале оценки нашего жюри, наших наставников. Ну что ж, к кому вы пойдете?
Мы хотим к Татьяне Навке. А вы? Я тоже. Единогласно. Татьяна, ребята очень хотят к вам. Скажите пару слов уже вашим подопечным. Вы огромные молодцы, что прибавили. И сегодня здесь вы нас порадовали. Я вас жду в своей команде. Ну что ж, Илья, вам слово. Эвелина и Илюша, мы прошли с вами очень большую дорогу в прошлом году. И действительно, я очень рад, что так много хороших турниров у вас было после проекта. И сейчас вы показали очень высокий уровень. И я рад, что вы в новом проекте, в новом сезоне попробуете себя еще и с другим наставником. Поэтому мой красный свет – это не стоп вам. Думаю, что у вас все шансы есть бороться за самые высокие места. А мы с Аллой присоединяемся к тем словам, которые прозвучали от Ильи Авербуха. Ну что ж, удачи вам.